Всем привет! Мы вчера купили паршину, вот эту вот свиную. Я с нее немного жир обрезала. В общем, хочу сделать рулет. Домашний такой вот свиной рулет. В общем, солю сейчас. Нужно будет, в общем, мне сейчас замариновать этот кусочек. И потом дальше я уже покажу, что я буду с ним делать. Я уже как-то один раз делала, поэтому, в принципе, знаю, как что. Все, посолили. И у меня есть вот такая вот аджика. Давно она у меня уже есть. Острая аджика. Я ее буду сейчас отправлять на мясо, потому что там всякие приправки есть. Вот. И мариновать прямо в этой аджике. Больше ничего не буду добавлять, только вот эта аджика получается. Просто всю ее обмажу. Сейчас прям сразу в этом, в контейнере, где буду мариновать. Так, надо вытереть. Вот мой контейнер. В общем, так хорошенько все буду промазывать, обмазывать. И оставлю в этом мариноваться. Где-то примерно, наверное, часов 6 пускай маринуется. И потом вечером я уже ее дальше буду приготавливать. Вот так вот. Потом сейчас намажу все и отправлю в холодильник. Джо, ты не побольше подцепляй, да, вот так. Пальчиком вот этим держи здесь. Ой, надо вовремя скажу. Мы, конечно, уже с Региной не профессионалы. Мы только учимся. Чем больше вы картошки будете срезать, тем меньше вам картошки остается кушать. Мам, ну почти. Ты ее почти что почистила. Вот эту вот надо тебе только. Вот, маленький почистить. А, сейчас всю картошку тут порежу. Я, короче, больше пальцами тут все отковыриваю. А я все равно там отковыриваю. Лети! Лети, лети, лепесток! Ты это умеешь? Западного стол! Это я это... Лети, лети, лепесток через на восток, через перед, что я люблю. Лети, лети, лепесток через на восток, через перед, что я люблю. Вот моя первая картошина неровная. Ой. Вот, я почистила. У меня какая яичница получилась, смотри. А я вообще не умею. У меня картошка вот такая. Мам, никакая. Хорошо у тебя получилось. И отодвинули кровать. А за кроватью у нас еще Новый год продолжается. Конфетка. И от елки вот эта моя отвалилась штучка. Вот. Подключать, да? Купили провод. Где провод? И вот такие вот розеточки. С двух сторон у нас по две розеточки будет вот так вот. Накладные. Потому что кто-то заранее не продумал, да? Стенки. И само стало, что так будет. Ну да. Чтобы поменьше дырок делать в стене. Можно и так. Вот он, кстати, провод. Двужильный, да? Двужильный. Вот, а я сейчас буду мыть за изголовьем, пока у меня есть такая возможность все это оттуда вытащить. Я сама-то я не могу кровать отодвинуть. Она тяжелая. А блестки эти не сметаются. Гайковать. А тут у нас уже розеточка образовалась.
крутя. Алена, ириска выбежала, быстрее лови. Так. Может, ножичек принести тебе? Открутить ножичку. Что сделал? Он так вот будет торчать? А, ты засунул сразу туда, да? И провода, да, в розетку вытащил? На видео можно показать? Почему? Блин. Как ты придумал систему ниппель? Как это не получилось? Давай посмотрим. Так, Коля тут придумал, как сделать. В общем, засунул провода в контакты, да? А сами провода, в общем, вон там, в розетке. Вот. Вот. Надеюсь, это пожаробезопасно. Так, в общем, капусту я нашинковала. С картошечки надо будет нарезать. Пьешь воду из крана, она грязная. Моешь фрукты из крана. Логика. Логика есть? Руки из крана моешь. Там по-другому же было сказано. Фрукты, овощи моешь под краном. Логика где? Так же и у тебя шоколад, когда растопится. В холодный кефир положила свой шоколад. Ты говоришь, когда шоколадка растопится? Где логика? Ты его положи в горячую воду, он тебе растопится. Давай положим. Зачем? Чтобы растопился. Зачем? Будет нутелла. Ну вот сразу надо покупать и на водяной бане это все делать, а не так. А где банька есть? А у тебя, говорит, баня есть. Жесть, вообще не делаю. Да, у меня баня есть, представляешь? Бани, бани, это... Знаешь, что такое бани? Бани? Что это такое бани? Баня, это где можно мыться, это баня. А да. Бани а... зайцы. А баня это бывательский зайцы. Баня. Барни? Бани. Что такое бани? Зайцы по-английски, зайцы. Бани. Бани это зайцы? Да. Коян же зайцы. Блин, по-английскому они коян, блин. Баня. Баня. Здесь я с вами спорить не могу. Я не знаю на английском, как будут зайцы. Ладно, быстрее показывай. Смотрите, где у нас ириска сейчас лежит. Вот яйцо. Вот видите, она в коляске лежит. Мы ее покатали. Стой, дай. Так, вот так держи. Вот она. Так, Коля тут замутил. Вот так это все выглядит. Сейчас включим свет, посмотрим. В общем, с моей стороны будет розеточка. И с его стороны будет тоже такая вот розеточка. Можно будет подключать что-то, заряжать. В общем, как удлинители, такие два штучки. Да? Вот так пока будет это все выглядеть. Надеюсь, мы когда-нибудь купим сюда что-нибудь такое красивенькое. Подвигать? Да, потому что там прохода нет. Вот розочка стоит такая бодренькая. Так, одну картошину я бросаю прямо так в суп, я ее потом раздавлю там, в общем. А остальные картошины я порежу. Хочу сейчас показать, что мы купили, были в Дине. Вот такие дела. И, в общем, есть вот такой жир, я его отварила. Сейчас я его порежу по кусочкам в пакетик и отнесу кошки наши, которые в подъезде живут. Тоже с поддончиком очень удобно вот так вот ставить на Милан, кошку. Милан, пойдете кошечке, отдадите мясо? 18 стаканов. Рассаду сюда, пакировать перцы. Пойдете? Яйца.
заварку вот такую вот я давно как-то брала, сейчас опять к ней вернулась. К этой заварке. Сказать, выключи пока эту камеру. Ну как вот шорт, видишь, и шорт. Вниз надо спускаться, вниз. Вниз спустимся, я сразу же шорт спускал вниз. Ночью. Знаешь, куда положишь? Куда? Вот, когда ты спускаешься на первый этаж, и там еще вот эта вот, есть же лесенка маленькая еще? Да. Вот туда, в самом конце, позовешь ее и положишь. Ее там не будет, все равно откроешь вот так пакет, вот так вот, и положишь там, чтобы никто не видел, чтобы не выкинули, понятно? А она учует по запаху, она придет и съест сама. Все равно нельзя. Да мы так спустимся прям. Ну подождите. Мама снилась на видео. Зачем? Ну не надо, мы с Тарой пойдем. Может мы снимем, давай, мам, я сниму. Пойдем. Снимите. Оригина будет класть, да, это? Ну а как она развяжет? Я умею развязывать. А я не буду же завязывать, оно не завязанное. Вот, вот так берешь просто, положишь так. И вот так вот открываешь. Если что, ты просто подержишь середину, давай ты будешь держать ее вот так. Нет, я. Я не умею камеру держать. Я тебе покажу, как ее взять. Я оператор, все. Ты будешь оператором. Ну, брони только и не ударь. Где, держи высоко. Вот это денёк. Сейчас мы идем кормить кошку мясом. Да. Не уронили. Мясо. Вот так. Ага. Аккуратно. Идем кормить кошку. Вот. Регина идет. Да? Вот. Видите? Пока. Все, спускаемся. Мы вода. Просто в куртках идем. И все. Вот так. Идем. Сейчас мы накормим кошечку мясом нашу. Вот, у нас мясо есть. У нас кошка тут в подъезде, прям снизу, если ее там не будет, мы... Она черно-белая, а нет, она вот такая серенькая. Идем, тихо. Она серенькая. Дай я скажу. У нас тут кошка просто в подъезде живет, на первом этаже. Вот, и мы идем ее кормить. Я взяла камеру у мамы, чтобы снять. Можно я скажу? Еще там кто-то ее подкармливает, конечно. Ну, мы тоже ее решили подкармливать мясо. Тут раз мы еще с мамой... Регин, ты смотри, куда идешь. Тут раз мы еще с мамой кормили собак. Извините, что я трясу так сильно камеру. Да? Потому что еще я с мамой собак кормили на видео. Сейчас мы, короче, покажем. Кошечка. Вот. Давай. Сильно держи камеру. Вот. Ну, а меня покажи. Кормим кошечку Чек. Чек. Меня. Нет. Покормили мы, короче, кошку. Да. Сейчас идем наверх. Да. Здесь видно было, как мы кормили ее. Или я не включила камеру. Это вообще капец. А хочу яблочко зеленое, девчонка, порезать. Сейчас мы сердцевинку вынем оттуда. Так. Вот. Все. И вот такое вот у нас яблочко получилось чистое. Теперь нам надо взять и яблочко это порезать пополам, вот как классно, и на долечки, и положить все это в чашечку. Вам там не холодно? Сидите. Нет, нам наоборот жарко. Смотрите, что я вам принесла. Спасибо. Будете, но надо, берите. Аккуратно. Вы заходите. Сан ремонтничка нравится.
Все, борщ готов. При заказе будет порция шашлыка в подарок по чипуре по-грузински. При заказе двух. Ой, давай, ешь. Приятного нам аппетита. Мужика, что я здесь раньше видел. И увлажняющие. В общем, вот такие вот. Они тканевые. Будем пробовать с девчонками. И что еще из вещей? Из вещей я взяла вот такие вот штаны. Как показать, не знаю. Регинки вот такие вот штаны взяла. Вот. Спортивные. Они такие прям утепленные. Мягенькие, теплые, толстые штанишки с кармашками. Всего 2700. Там они одни единственные были здесь на Манжетике. Я думаю, очень дешево за такие штаны. В принципе, хорошее качество, тепленькие. Сейчас как раз вот ходить. И еще, что мы еще, Ириска, взяли?